Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклух Маклай. Я сегодня в замечательном старинном городе Елец. А когда сюда приезжаю, я всегда хожу в антикварные магазины. Здесь они интересные, здесь они прикольные, здесь есть что поискать. В общем, сегодня смотрим антикварный магазин Ельца. Погнали! Магазин номер один находится в самом центре. Добираетесь до башни, и вот прям рядом с башней находится елецкий сувенир, антиквариат и ломбард. Нам туда. Так, входим внутрь. Магазин совсем небольшой, но вещей тут очень-очень много. Посмотрим, что сколько стоит. Прикольные радиоустановки. Всего 180 рублей. Вот эта деревянная стоит. Прикольно выглядит. 100 рублей маленькая. 300 красный. А этот 250. Так куда их подключать, сейчас непонятно. А так недорого. Вот еще одна полка с советскими вещами. 250 будильник. Пепельница 408, ничего себе. Шайба 120. 980 рублей бинокль, ничего себе. Тот театральный. А тот 4800, а тот военный бинокль, представляете? Танк здесь, что это? Ну это какая-то штука из 90-х. 1500 танк. У меня был такой танк, друзья, в детстве. 1500. Очуметь, вот эта цена. Парсигар, кстати, дешевый. 250-180. Вот парсигар можно было бы купить. Прикольно. Вот, ну, конечно, не серебряный, но прикольно. Здесь предметы быта и музыкальные инструменты. Гармошка здесь уже 2 года лежит. Постоянно на нее смотрю. И несколько гитар. Вот это, кстати, интересное. А, нет, я думал, это какая-то импортная. А это ленинградская. Прям все как положено. С девушкой. Стоит 1800. Так, смотрите, 12 тысяч. Это у нас саксофон. Подзорная труба 5200. Подкова 350. Найдете подкову, друзья, это на счастье. Вы заработали 300 рублей, если сумеете ее кому-то продать. Кстати, самовары. Дешевенькие, 1500. И 1800. Что еще? Ну, всякие. Чашка Петри. Представляете? На урок химии была такая, по 40 рублей продают. Вот, всякие чайные сервизы советские. 200, 450. Здесь 300. Ага, ну, посмотрите, самые обычные салатники, да? У него бабушки на даче такие. 450, 280 вазочка. 180, 60. Граненый стакан 60 рублей. Недешево. О, здесь прикольно. Что-то уже похоже на военную тематику. Кобура. Только что ценника нет. А вот, наверное, 480 рублей. Нет, это портупея. А, нет, портупея 850, а кобура 480. Фляжки, фляжки. 320. Алюминиевые. Интересно, сколько стоит котелок. То ли 450, то ли 680. Гири, кстати, совы забавные. Фляг Алтай. Бесценно. Так, о, утюги. Друзья, у многих есть утюги. И они на самом деле стоят совсем недорого. 700, 500, 1400. Вот тут интересно. Какой железнодорожный фонарь, 1500. Даже установленный, да, покрашенный. Ну, чисто для интерьера, не знаю, в кафе, если так покупать. Примус 1000. 1200 вот такой фонарь. Ступа, ступа. Ступа 1500 стоит. Так, о, во где. Кружки пивные. Все, да. Пивные кружки советские. 380 покупают, да? А это прям настоящий, да, и из оттуда? Ну, конечно, настоящий. Советские времена. Да, кстати, такую кружку неплохо купить. Да, было хорошо кружечки. Вот это уже не первый раз. А куда ты пошла? На улицу. Алина, пойди сюда. Так, все самое интересное. Наверх засунули, не дотянуться. Диапроектор. 1500. Сказка. Это тоже диафильмы смотреть.
Polaroid 850. Тут детская швейная машинка. Так. Приемники, приемники. О, камера 1500. Смотрите, какой шлем. 25 000. 25 000. Это пожарника, наверное. Пожарного. Недешево. Так. Ленин 850, 1200, 3500. Ну и монетки. Монетки мне вообще мало интересны всегда. Не знаю, друзья, если интересно, что сколько стоит, вы можете поставить на паузу. Ну, например, 5 копеек стоит всего 10 рублей. Да, вот прям весь советский. Вот по 10 рублей. 10 рублей 15 копеек. Ну, то есть... А, вот 150 рублей. Ну, это видите, рамочник. Там в рамке 15 копеек. 150 рублей. А так, все денежки. Ну, по 60 копеек. 150 рублей. Как вот 30 рублей. Рубль. Это бритва. Получает 480, 380, 850. Ну, как-то так. В общем, друзья, вот такой вот антикварный магазин в Ельце. Здесь есть еще несколько. Обязательно в них сегодня зайду. Но это уже будут другие ролики. Поэтому подписывайтесь на канал. Напишите, кстати, в комментариях, как вам, собственно, содержимое этого магазина. Многие пишут, что это никакой не антиквариат, это советский хлам. Но, друзья, в любом случае, кому-то антиквариат, кому-то хлам. Это был Миклух Макфлай. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.